друзья, начинаем. Второй комплекс упражнений для раскрытия грудного отдела. И, как всегда, начинаем с медленной раскачки, с подготовки. Горячая вода. Потихонечку глоточками пьем. Но при этом, чтобы можно терять время, да, можно уже делать какую-то практику. И я рекомендую повороты головой. Наклоны, верхний, головой. Вращение головой. Быстро. Такие наклоны. Стороны. Можно 5 глоточек воды. И гимнастика для глаз. Делаю по 9 раз, по это делаю по 18, по 36. Вращение. Я сделаю 9 раз по перекаре, теперь 9 раз вращение. С этого гимнастика для носа, 3 точки, сначала вонаха, наса, это вот корень, 3 точки, корень носа. Средняя точка матхе наса. Такая чувствительная точка, она вот эти звуки, это традиционный призыв к службе. И агра наса, кончик языка, кончик носа. Кончик носа, и мы также туда, в ямку носу, кончики носа, мы ее проминаем, массажируем. Ну, уже сразу чувствуется активация носа, активация носовых проходов. И теперь капалабхати 108 раз.
также для улучшения дыхания можно сделать капалабхати отдельно через каждую ноздрю по 18 или 6 раз. Вот я сделал сейчас 18. Я сделал 36, потому что левая ноздря хуже дышала. Теперь правую, тогда сделаю тоже 36. Хорошо, немножко раскачались. Давайте теперь сделаем активацию дыхания. Три замка такие, нижние ребра обхватываем и сжимаем. И делаем хастрику 36 раз. Мы дышим активный вдох, активный выдох. То есть капалабхати мы делаем только выдох активный. Здесь мы их дыхаем активно. Вот я сейчас покажу 36 раз дышим. Хорошо, здесь отдыхаем. Особенно если вдруг закружилась голова. Следующие большие пальцы подмышки и указательные пальцы соединяем со средними и давим на ключицы. Вот так, под ключицы. Нажимаем, дышим. Останавливаем дыхание. Теперь ладони кладем на лопатки, затылком можно немножко надавить на предплечье, да раскрыть плечи, и также 36 раз хастрика. Начинаем с выдоха. Несколько глубоких вдохов-выдохов, останавливаем дыхание. Так можно сделать несколько раз по кругу. Три подхода, например, если чувствуете, что хочется вот еще больше раскачаться. Можно делать сразу каждую эту мудру по 108 раз. Но это для тех, кто уже давно занимается йогой, продвинутый. Вот, то есть еще больше раскачаться, больше активировать энергию, энергетику. Ну и после вот этого упражнения хорошо концентрироваться, перевести внимание на тело и просканировать тело от макушки до пальцев ног.
стараться отпустить все мышечные напряжения. Ну и также какие-то более тонкие напряжения отпустить. Эмоциональное напряжение, ментальное напряжение. С каждым вдохом можно наполнять себя светом. Вдох. Мы вдыхаем тонкую субстанцию воздуха, праны и света. И выдох. Мы как бы распространяем этот свет по всему телу и можно даже как бы наружу его. То есть мы выдыхаем также светом. Хорошо. И теперь можно приступать уже к практике. Практика со стопной гимнастики или практика асан.